Всем привет! Сегодня сделаем конфетку из лент с юбочкой из фатина. Для этого нам понадобится фатин 50 см длиной и 7,5 шириной, репсовая лента 2,5 на 8 см, два отрезка атласной ленты 5 на 8 см, парча, лента шириной 6 мм, заколка, я ее предварительно оклеила репсовой лентой. И декор. У меня вот такие полубусины на нитке. Фетровая основа диаметром 3 см, а также для наполнения конфетки холофайбер или вата. Сразу подготовлю основу под нашу конфетку. Для юбочки нам понадобится отрезок фатина 50 на 7,5 см. Складываем отрезок вдоль изнанкой внутрь, так, чтобы одна половина была длиннее другой на 1 см. Прошиваем вдоль сгиба и стягиваем нить. Сшиваем края между собой, закрепляем и обрезаем нить. Фатин приклеиваем на основу. Из лент делаем конфетку. Отрезки атласной ленты 5 на 8 см соединяем между собой вдоль, промазывая тонким слоем клея. Стык прикрываем отрезком репсовой ленты 2,5 на 8 см. Склеиваем между собой края, так как показано на видео, чтобы образовалась трубочка. Наполню трубочку холофайбером и затем украшу лентой из парчи. Вы же можете использовать в качестве наполнителя обычную вату. От края отступаем 2 сантиметра и прошиваем нитью по кругу. Затем стягиваем нить и закрепляем ее.
С обратной стороны делаем то же самое. Вот такая конфетка должна получиться. Затем украшаем хвостики той же парчой. Можете, конечно, использовать другую ленту, а также сделать маленькие бантики на хвостике конфетки. Конфетку украшу полубусинами. Буду использовать клей «Момент Кристалл». Приклеиваем конфетку на юбочку из фатина. И наша заколочка готова. Вот такие симпатичные конфетки у меня получились. Декорировать их можно по-разному, на свой вкус. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, а также поделитесь этим видео с друзьями. Всем пока, до новых встреч!